Так, друзья, всем привет! С вами я, Дима, канал Владелец аквариума. Сегодня был на рынке и купил растение. Какое, сейчас покажу вам. Итак, был куплен даже не один, а вот таких два огромных куста бальбитиса. Для сравнения, высота аквариума 43 сантиметра. Вот я сейчас его вот так вот подниму. То есть довольно-таки большие кусты. Значит, что буду делать? Вот эту ЛД я буду убирать. Вот, уберу ее. Здесь будет бальбитис. Я решил заднюю часть вот так, чтобы был бальбитис, будет красиво. Он медленно растет. Вот. Сейчас возьмем парочку камешков. Вот, допустим, отсюда Super Blue Type 2. Заберем у нее вот этот вот кусок лавы, чтобы бальбитис примотать, чтобы он не всплывал. А ее примотаем на какой-нибудь маленький, вот у меня тут есть. Вот. Ну и в итоге покажу потом финальный результат. Так, ребята, вот что получилось в итоге. Смотрите, как красиво стайка рыбок плавает для начала. А вот что получилось. Бальбитис вместо растения быстрорастущего эладеи. Немножко сделал перестановку. Ключевой мох вот сюда в уголочек переместил. И пару больших буцефаландр сюда поближе. Из тыльной стороны, из задней стороны острова. Также перемотал там анубы на один кусочек лавы и поместил их тоже в группе. В общем, вот так. Бальбитис действительно большой, достает прям до поверхности воды, но красиво, мне нравится. Ну, вот посмотрите, как все это вместе смотрится, как гуляет стайка тетры аманды. Прикольно. В общем, вот такая субботняя перестановка получилась. Жду от вас комментарии, лайки и спасибо вам за внимание.